Всем добрый день. Середина апреля, первый раз приехал на участок, где собираюсь делать стройку. Здесь и будем строиться. Колышки повалены. Сейчас нужно будет их найти заново. Провели электричество. Пока только поставили столб. Скоро, видимо, позвонят, скажут, что нужно вешать счетчик. Это хорошо, это вообще хорошо. Так, ну пойду остальные колышки проверю. Это один из колышков, ограживающих мой участок. Сейчас стоит задача проверить, в нужном ли, правильном ли месте он стоит. Там я поставил фанерку. Там у меня тоже стоит мишень. Для проверки я буду использовать вот такой вот лазерный дальномер. Личной особенностью является наличие вот такого вот глазка. Если в него посмотреть, не знаю, получится, нет, то там есть такой крестик, было видно маленько, с помощью он сильно приближает, и можно очень четко видеть, где находится точка. То есть прицеливаться на больших расстояниях становится очень-очень легко. Во многих дешевых дальномерах данной функции нет. Я считаю, она очень полезная и помогает. Потом берем, ставим дальномер, включаем его. Сейчас он измеряет вот отсюда, от задней части своей. Это все выбирается в настройках. Потом я прицеливаюсь. Получаю на экране какой-то результат. Сейчас попробуем прицелиться. Так. Получилось 31617 миллиметров. У меня должна быть сторона 31 метр 62 сантиметра. Считаю, это достаточно. Обязательно нужно проверять по какой-то второй точке. Я проверяю по диагонали. Получилось 43,266 миллиметров. Должно быть 43,26. Опять жук отдал. Значит, колышек стоит на своем месте. И таким образом нужно проверить все колышки, чем я сейчас и займусь.